Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Студенти Дніпра представили нову розробку – ракету майбутнього. Сьогодні про неї будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Керівник проєкту «Студентська ракета» Олександр Добродомов та студент 6-го курсу фізико-технічного факультету ОДНУ імені Олеся Гончара Владислав Пророка. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Дійсно, ракета майбутнього – так називають ракету, розробку якої ви представили. Чому саме так її називають? Чим вона відрізняється від ракет старого зразка, якщо можна так сказати? Розкажіть нам більш детально. Ну, на самом деле, прямо разительных отличий нет, но если говорить о нашей конкретной ракете, то на территории Украины еще никто из любительских ракетостроителей такого не делал. А именно, это двухступенчатая ракета, и, в принципе, если так посмотреть, то во всьому світі не так уж много колективів, які делали что-то подобное. Багатоступінчата ракета. Що це за ракета? Розкажіть нам більш детально. Ну, это значит, что сначала отрабатывает двигатель первой ступени, происходит баллистическая пауза для того, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, и запускается вторая ступень, за счет чего она поднимается на достаточно высокую высоту. Як довго відбувалося проєктування і хто над ним працював? Само проєктування, воно почалось приблизно рік назад. Спочатку це була ідея. Ми з нашими менторами в інженерінговій школі на «Сфера» создали, так сказати, аванпроєкт, а далі займалися його реалізацією, отработкою конструкцій, двигателей. Ну і зараз ми вже, можна так сказати, на фінальному етапі. Вже відбувались якісь, можливо, спроби запустити її? Ну, конкретно эту ракету нет, но мы работаем над этим проектом уже более 3 лет, и у нас есть несколько успешных запусков. Різні інформаційні майданчики пишуть про те, що ця ракета допоможе в освоєнні космосу. Яким чином, як взагалі ця розробка може вплинути на космічну індустрію в цілому? Ну, наверное, на космическую отрасль в целом нет, если мы не говорим о конкретно наших разработках. Но у нас есть идеи, и, возможно, мы их реализуем в будущем по созданию суборбитальной ракеты на высоту полета более 100 километров, а там, может быть, и до выхода на орбиту недалеко. Поэтому нам необходимо некая площадка для испытаний систем будущих ракет и ракета, которую мы сейчас разрабатываемся, которая называется К-110, она будет именно такой испытательной лабораторией в будущем. Ну, конечно, для начала нужно ее полностью испытать, чтобы проверить, что все работает. Коли ці випробування будуть проходити, хто займатиметься цим? Ну, заниматься будем, конечно же, сами. Испытания, надеемся, что получится провести в апреле. Розкажіть, хто конкретно займався чим у проєктуванні цієї ракети? Якщо можна, так от нашими глядачами, розумію, що, можливо, є багато термінів, які дехто не зрозуміє, таких дуже складних. І все ж таки, поетапно, як це відбувається? От сьогодні зробити власноруч ракету студентам, щоб ми розуміли, як взагалі до цього все, як це все проходить? Ну, прежде всего, нужно поставить задачу, которую должна выполнить ракета, цель, которую она должна достигнуть. Потом создается ее проект. Например, я как при разработке проекта занимаюсь вопросами баллистики и аэродинамики, то есть как ракета ведет себя в полете, хватит ли в той конфигурации, ну, в той конструкции, которую мы хотим реализовать, ее возможностей по достижению требуемой высоты, выведению требуемого груза, а далее мы переходим уже к разработке конструкции и к ее реализации. Закупаем материалы, изготавливаем детали, ну и собираем далее. Также еще очень важно в ракете отработка двигателя, она, в принципе, занимает наибольший период времени. То есть, наверное, ну, больше 50% это отработка самого двигателя.
Ну и, конечно, важны вопросы электроники, этим также занимаются в инжиниринговой школе «Ноосфера». Взагалі, от студентська ракета, так називається проєкт, який, ну, можна сказати, об'єднав студентів фізтеху. Розкажіть, скільки вже функціонує ось таке об'єднання студентська ракета, які інші розробки за цей час було презентовано? Ну, началось все в конце 2017 года, когда был первый проведен космический турнир, опять-таки при поддержке инжиниринговой школы «Ноосфера». И тогда студенты выступили со своими предложениями, и по итогу этого турнира была сформирована первая команда, и вот мы начали проектировать ракеты. И спустя чуть менее полугода, в апреле 2018, мы запустили первую ракету К-76 на высоту около 2 километров. И как бы получив некий опыт и поняв перспективность разработки, у нас начался этап проектирования следующих изделий. Потом у нас через год мы запустили ракету К-80 «Консат», предназначенную для участия в международных соревнованиях по запуску микроспутников «Консат». А также «Метео-7000». И осенью того же года мы снова запустили «Метео-7000» и готовились к запуску «Метео-20000», но, к сожалению, пуск был отложен из-за плохой погоды. Де взагалі така молодь, як ви можете презентувати свої проєкти? Мені відомо, що «Ноосфера» проводили, певно, проводить різноманітні фестивалі, турніри на кшталт там «Стартрек» і так далі. Де взагалі можна заявити про себе і чи реально бути поміченим на подібних фестивалях? Во-первых, есть такой фестиваль инженерных стартапов «Вернадский челлендж». Он, правда, в этом году в связи с эпидемией был перенесен несколько, ну, мы участвовали и в прошлом году, и собирались, и собираемся участвовать в этом году. Там довольно-таки большие суммы при поддержке главного инвестора и создателя «Ноосфера Engineering School» Макса Полякова предоставляются участникам на развитие. Ну и хотим тоже поучаствовать и выиграть. Ну, мы вообще довольно часто участвуем в разных конкурсах, конференциях и так далее. Вот, насколько мне известно, в этом году мы подавали 5 заявок на участие в конференции «Человек и космос», подали заявку на участие в конференции Совета молодых ученых. И, ну, в общем-то, каждый год мы стараемся принимать участие в различного рода мероприятиях, потому что все-таки, ну, да, в первую очередь наш проект образователен, но также мы ставим перед собой цель популяризацию космоса и науки в целом для молодежи. Ну, от я запитувала, чи можна бути помічним на таких фестивалях, тому що я розумію, що дійсно дуже багато учасників, чи навпаки, можливо, їх кількість не така велика. Яка взагалі конкуренція, наскільки сьогодні захоплені люди космосом та космічною індустрією? Ну, звісно, є окремі, так скажемо, ентузіасти, але хотілося б все-таки, щоб ця тема була більш актуальна і, к сожалению, не так много людей, которые этим занимаются. Но, тем не менее, есть несколько коллективов, которые тоже проектируют ракеты. И, ну, пока такой прямой конкуренции, конечно, у нас нет, потому что таких изделий никто не проектирует. Но, тем не менее, есть люди, так скажем, единомышленники, с которыми можно пообщаться, обсудить какие-то общие похожие проблемы. И иногда это очень полезно, потому что мы можем найти решение каких-то задач, как бы посмотреть на подход других людей, и иногда это очень помогает. Дякую за відповідь. Які взагалі особливості от розвитку космічної промисловості сьогодні в Дніпрі? Чи є майбутнє, тому що довгий час і досі нині вважають Дніпро космічною столицею України? Чи дійсно це так сьогодні, от на вашу таку суб'єктивну думку? Ну, зараз, звісно, наблюдається определенний кризис в цій сфері, але ми сподіваємося на краще.
все-таки и сейчас частный сегмент космоса возникает. Это абсолютно новое такое явление. Я думаю, что это имеет большие перспективы в дальнейшем. Так, Олександр, можливо, ви ще доповните? Ну, діло в тому, що особенность сложного машиностроения в том, что оно не может появиться на ровном месте и не из ниоткуда. Для того, чтобы организовать цикл проектирования, производства, эксплуатации такой техники, необходимо учитывать очень много моментов, один из которых, один из самых сложных, это профессиональные кадры, потому что можно построить завод, можно купить оборудование, но взять грамотных инженеров из воздуха не получится. И, к счастью, в Днепропетровске еще есть те люди, которые реально проектировали ракетную технику, и есть кому возрождать. Но, конечно, к сожалению, все-таки это сейчас находится в таком немножечко занедбаному стані. Ну, от, до речі, щодо професійних кадрів, як ви зазначили, дійсно, ви студенти є Дніпровського університету. Університет здатний підготувати кваліфікованих спеціалістів, які в майбутньому будуть забезпечувати розвиток космічної галузі як в Україні, так і безпосередньо в нашому місті. Я розумію, що на вашому прикладі можна зрозуміти, що так, але все ж таки це може бути там особисте бажання, знання теж здобуті власним шляхом. А от щодо саме освіти в нашому місті, чи може вона забезпечити майбутньому ось цих кадрів? Я б сказав, що ні, і діло здесь не в університеті, а діло в тому, що любой человек, который занимается чем угодно после университета, он знает, что ему все равно нужно доучиваться. И, ну, как бы, понятно, у молодых людей очень часто складывается ощущение, что вот я закончу универ, и все, я, значит, буду крутым специалистом. Ну, понятное дело, так не бывает. И вот именно проекты, подобные нашему, действительно воспитывают настоящих специалистов, которые способны не просто взять методичку и поставить вместо буквок циферки, а действительно что-то разработать. Владиславе, ви як вже студент 6-го курсу, певно, вбачаєте якісь перспективи у майбутньому працевлаштуванні. На ваш погляд, от, який шлях далі? Ну, мені взагалі подобається подобного роду проєкти. Я хотів би, щоб наш проєкт і далі розвивався, вже переходив і к ще більш серйозним задачам і, в общем-то, продовжувати роботу здесь. В той час, як увесь світ там захоплюється успіхами і приватної компанії Ілона Маска, і взагалі Україна, от як космічна держава, вона втрачає перспективу освоєння космосу. Ми говорили про те, що дійсно зараз все в доволі занедбаному стані, і все ж таки щодо перспектив. Перспектива в любом случае в частной космонавтике, потому что я не помню, читал когда-то какую-то статью американскую, еще в годах 50-х их специалисты посчитали, что спроектировать ракету частной компании примерно в 3-5 раз дешевле, чем государственной, только за счет бюрократии и так далее. И так как наш мир сейчас является капиталистическим, разумеется, что будущее именно за частным космосом. И мы видим сейчас, что благодаря тому же Илону Маску у нас появился некий толчок к развитию именно этой тематики частной. Поэтому время, конечно, покажет, но будем надеяться на лучшее. Ну, от ви зазначали, що ваш освітній проєкт, окрім того, що він освітній, займається ще й просуванням, популяризацією космосу. Сьогодні що потрібно для того, щоб популяризувати космос, для того, щоб залучати все більше людей до привертати їх увагу до цієї галузі? Що потрібно і чи вдається вашому проєкту виконувати таку функцію? Ну, глядя по статистике соцсетей, все больше и больше людей интересуются. И нам, конечно, хотелось бы, да, чтобы это получало все больше и больше охват. И поэтому, ну, со временем, я думаю, что нам удастся все-таки как-то возбудить интерес других команд все-таки, чтобы у нас
одна из как бы таких целей – это ввести в Украине соревнования типа по выводу микроспутников КонСат, как я уже говорил ранее. Но для этого нужно, чтобы другие команды проектировали спутники, ракеты, чтобы было с кем состязаться. Все-таки во всем мире это очень распространено. И, например, даже в Международном астрономическом конгрессе и сейчас ввели секцию новую по именно разработке микроспутников, микроракет. То есть во всем мире люди начинают понимать, что вот такие студенческие проекты, которые, условно говоря, тренируются на кошках, они очень полезны в том смысле, что даже уже учась в университете, мы получаем опыт реального проектирования, что сложно переоценить. Так, будь ласка, можливо, є щось доповнити, але ну, прежде всего, я считаю, чтобы заинтересовать людей заниматься космической индустрией, необходимо показать, что они могут себя здесь реализовать, стать успешными не меньше, чем в более сейчас популярных сферах, таких как программирование, например. Тот же Илон Маск, он показывает, что можно быть успешным, просто двигаться согласно своей мечте и добиваться при этом и коммерческого успеха также. Дякую вам за відповідь. Будь ласка, запитання. А скажіть, будь ласка, чи є якась кінцева мета вашого проєкту? На даний момент у нас розробляється двохступенчата ракета і суборбитальная ракета. И это пока наши цели. Но мы надеемся, что эти цели все-таки промежуточные, и этот проект будет расти и развиваться, и кто знает, может в недалеком будущем развиемся настолько, что свою ракету запустим на орбиту. Вообще мы создаем линейку ракет, то есть мы от меньших высот двигаемся к большим высотам суборбитальных ракет. Ну и хотелось бы, конечно, в будущем и к орбитальным полетам перейти. Но это еще, конечно, очень рано об этом говорить. Дякую вам за відповідь. Бажаємо вам успіхів у подальшому освоєнні космосу. Сьогодні говорили про те, яку розробку презентували студенти Дніпра, ракета майбутнього, так її називають. Сьогодні вони присутні були в нашому прес-центрі, розповідали нам про свій проєкт, про космічну галузь в цілому. Олександр Добродомов, керівник проєкту «Студентська ракета», та Владислав Пророка, студент 6-го курсу фізико-технічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара. Ще раз дякую вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!